Aziz hemvetenler, bugün tarihi bir gündür. Дорогие соотечественники, сегодня исторический день. Сегодня на центральной площади города Ханкенди был поднят флаг Азербайджана. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Ровно 20 лет назад азербайджанский народ, оказав мне большое доверие, избрал меня на президентских выборах на пост президента. Обращаясь тогда к родному народу, я дал слово, что буду отстаивать национальные интересы азербайджанского народа и азербайджанского государства, защищать территориальную целостность Азербайджана. Я принес клятву, положив руку на Конституцию и Священный Коран. Рад, что за последние 20 лет все данные мною обещания, все поставленные перед собой задачи выполнены. Сегодня весь азербайджанский народ от всей души радуется. Весь азербайджанский народ говорит слава Аллаху. Этот день мы ждали более 30 лет. Но каждый из нас убежден, верил, что этот день наступит. 20 лет назад, начиная выполнять свои должностные обязанности как президент, я поставил перед собой задачу номер один. Чтобы на всех территориях, на всех землях, во всех городах и селах, которые в то время находились под оккупацией, был поднят азербайджанский флаг. Каждый день, каждый час мы шли к этой священной цели. Мы каждый день приближали этот священный миг. И я неоднократно говорил, что каждый из нас на своем месте, своей работой, должен приближать этот день. За эти годы Азербайджан усилился и сумел занять достойное место в мировом масштабе. В мире уже считаются с Азербайджаном. Позиция нашей страны, шаги нашего государства имеют большое значение не только в регионе, но и на более широкой географии. Во многих случаях Азербайджан является автором важных инициатив. За эти годы мы создали прочную политическую и правовую базу для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В то же время мы создали сильную экономику, и успехи, достигнутые в этом направлении за последние 20 лет, очевидны. Наша экономика выросла более чем в 4 раза. А сильная экономика означает независимость. Независимость никогда не должна быть условной. Чтобы добиться настоящей независимости, нужно иметь сильную экономику. Иметь сильную армию. Мы неустанно трудились над укреплением нашей армии. Мы создали настолько сильную армию, что сегодня вооруженные силы Азербайджана могут с честью выполнить любую задачу. И мы доказали это на поле боя. 3 года назад, во время Отечественной войны, мы всего за 44 дня заставили врага подписать акт о капитуляции. А последняя антитеррористическая операция, продолжавшаяся всего 23 часа, показала нашу силу. И вновь противник сдался, подняв белый флаг. Мы по праву гордимся нашими вооруженными силами.